Друзья, всем привет! Ну вот мы снова в Найроби долетели, купили карточку вот сзади в том же Safari Link. Уже она стоит $20, а не 22. И курс, я вам скажу, был раньше в этом же при выходе самый нормальный курс, сейчас 153, а в прошлом году был 117. То есть немножечко в Кении так идет небольшая инфляция. Ну там машинки можно арендовать, вот наши тачечки. Все, сейчас выезжаем, и снова нас должны встречать наши из Австралкентур, Зиппи и компания. С кем мы были на сафари, они нам дают бесплатный трансфер, с кем мы и поедем на еще одно сафари с вами. Ну, вперед выезжаем. Знаете, здесь такая жара, я вам передать, просто дико жарко. А было объявлено утром, что в Найроби плюс 15 всего лишь. Поэтому чувствую, мы одеваемся и выходим. Выходим прохладный, но уже такой знакомый и любимый Найроби. Новый плейлист будет называться «Вернулись в Кению», поэтому мы с вами вернулись в Кению. Нам понравилось в прошлый раз. Продолжаем. Вот, вышли из здания, вот уже «Welcome to Magic Kenya». Да, Кения действительно магическая страна. О, знаете, нормально, пахнет как свежестью такой, зеленью. Да, пахнет жизнью. Не таким песком и, не знаю, пылью. Да, пахнет классно таким зеленым. Зеленым ароматом. О, Java House. Так, ну где-то здесь еще нас встречать должны. Вот там вот будем съезжать, будем встречаться. Так, ну идем, посмотрим уже, что там нас ждет впереди. Ну, он уже Зиппи нас встретила. Очень рекомендуем. Порядочная женщина, организованная. Ну, классно. Классные туры готовят. Ой, я уже, короче, врезалась с тачкой сейчас. Очень тяжело идти вам снимать, поэтому надеюсь на лайки. И так, пошли дальше. Теперь смотрите, мы уже в машине, и подарок от Зиппи. Какие нам сафаришные шляпочки. А кто тебе поверит, что ты не рекламируешь, да? А я так хотела такую шляпу, но не хотела вытрачать кошки. Да, не хотели деньги тратить, но честно, шляпы классные. Подожди, и мы тоже, смотри, кстати, Зиппи подарили финики, привезли финики очень, из Эмирата. Кстати, смотри, значит, вот тут делается, а потом вот, подожди, вот тут вот. О, класс. Вообще. Я как обезьяна с бананом, да? Вот тут затягивается. Дивите, дивите, сейчас. А я такой себе. А как мы быстро схватили, да? Мы такие, спасибо, Зиппи, мы мечтали об этом. Нет, причем цветами. Ты эту хотела точно? Да. Я хотела светленькую. Я хотела зеленую. Боже, какая спасибо. Какая красота, посмотри. Что человеку-то счастье надо? Да. Так что, слушайте. Ну ничего, потом выпарим. В общем, если будете в Кении, списывайтесь. Ощите Австралкентур, списывайтесь. Не подводили вообще ни разу. Вот единственное, то был момент, когда он... Я реально, когда мы поломались на дороге, когда чувак просто уехал, нам ничего не сказал. С крокодилами. Помните это видео, да? Когда машина там запарила. Мы быстро написали Зиппи, она говорит, девчонки, ждите, все нормально, я с ним связалась, вы извините, мы понимаем, что вы так на дороге остались. Не волнуйтесь, посидите там, там кафешка была возле туалета. Мы сидели, ждали. Да, в общем, так, ну, нормально было. Все, теперь шляпочки есть. Блин, приятно. Ну, реально приятно. Класс. Боже мой, боже. Я не знаю, сколько она стоит, но столько радости. Да. Реально. Ну, вот снова чудесная зеленая Кения, Найроби, прекрасный воздух. Стив наш водитель, он будет с нами уже на сафари. Сейчас. Да? Он так сказал? Да, я тоже услышала. Как-то странно, тогда был другой. Ну и что? Ну ничего, нормально. Тогда был Мозес. Тоже было прекрасно. Сейчас уже едем к друзьям. Уже и... так довольна с этой шляпой. Да, Наташа очень довольна шляпой, я тоже. Шляпа просто amazing. Amazing. Шикарно. Красивый индийский храм. Мы его в прошлый раз-то проезжали, а заснять не успела. Сейчас прям вот затормозили. Думаешь, такая это индийский, красота. Да? Я думаю, что да. Ну, в Индии, красиво. Когда мы были, очень похожие храмы. А это просто, кстати, что-то. Помнишь, там, где нельзя было ни видео, ни фото делать, да, внутри? Да, красиво. Это было? Я не помню уже. Боже, какой красивый. Это было давно.
Кстати, сейчас Наташа снимала шорты, так из окна немножко высунулась. На скорость 80 километров. Я не высунулась из окна, я открыла окно. Закрываю окно, то сейчас телефон вырвет. Не, он говорит, закрой быстро окно. Я такая, боже, неужели я что-то не то сняла, знаешь, типа. Да, мы думали, может, какие-то объекты, которые нельзя снимать. Вот, а я еще подумала, знаете, тут парень так вот реально стоял, так пронес, думаю, что так выхватит телефон, ну ладно. Он говорит, ты чего, быстро закрывай, а то сейчас выхватит телефон, так будет обидно. Я такая, а, ну все понятно. На Нейроби мы уже рассказывали, что даже по центру погулять нельзя. Тут даже и... Не рекомендуется. И местных обворовывают, поэтому да. Ну, желаю, ну что, чтоб, люди вон ходят. Чтобы ситуация исправилась, это не центр, во-первых, во-вторых, это все не местные. Ну, мы тоже ходили по молам, мы нормально было. Вот и еще пойдем в молы. Будем ходить по молам. Молы как божество. Нормально идут. Как храмы. Все окей. Все ходит. И так зелено, главное, зелено, зелено, зелено. Красота. Немножко в тянучку попали. Блин, похоже, какая-то фигня случилась, потому что вон Матата стоит, маршрутка местная, мотоцикл, и, наверное, какая-то авария произошла. Что-то ругаются ребята. Ну, мы надеемся не с летальным исходом. Вроде как тела нету, скорой нету. Ну, да, не хватало еще. Сейчас не знаю, проезжаем. Прям такая, прям из маршрутки все выглядывают. Вот такие поднабитенькие маршруточки. Такие местный колорит. Ну, что-то выясняют. Боже, а как они въехали в друг друга? А, машина в маршрутку или... А как? Это они лоб в лоб ехали? Они так просто ездят, точнее ездят, что тут можно и въехать. Все рулевые сразу вот находятся. Ругаются. Ого. Я бы не убедилась. Просто людей, смотрите, как всем интересно вообще. Да, ну, его было не было, наверное, маршрутка остановилась, а он пошел на обход. Непонятно. Ну, пошел и пришел. Приду. Будьте бдительны. Все, мы уже доехали, уже как раз у друзей, в гостях, в той же самой комнате. Сейчас покажем, мы привезли, что нам заказывали. Раз привезли такие семечки одни, правда. Нас друзья попросили, сказали, такие вкусные в Эмиратах семечки. Вот эти вот, класс. Красота, в общем. Да, кстати, самые вкусные. Привезли в подарок. Ну, если захотите, будете в Эмиратах, берите семечки. Дальше лукум такой привезли с розой. Кстати, из кафе Мансур. С розой и белый такой, да, какой-то. Ну, вы смотрите варианты. Ну, да. И, конечно же, привезли финики. Одни нашим друзьям, одни еще другим друзьям. В общем, всем все попривозили. Круассаны у нас наши раздавленные чуть-чуть. Тоже друзьям, вот. Да? Тоже разбираем друзьям. Чемоданы. Все валяется. Классно. Сейчас просто... Вот. Все здесь есть. Вот. Все уже. В общем, сейчас будем разбираться и с друзьями обниматься. Так что, вот. Доехали. Все хорошо. Ура! Хочу вам еще зелень показать. Живем в таком в саду, считайте, красиво. Зелень такая интересная. Вот. Давайте прогуляемся. Такая небольшая вилла фазенда. Вообще супер просто. Тут такие зеленые растения. Ну, ничего плохого про Эмираты не говорю. Но честно, просто даже и не снилась такая зелень. Просто сейчас с вами пройдемся, послушаем птичек. Красота. Обезьянки здесь лазают часто по этому окна. Во всех здесь комнатах закрыты. И ромашки. Ой, чудесно. Ох, птички поют. Всем хорошего дня, хорошего настроения. А мы начинаем наши приключения в Кении. Ура! Вот народ, заказали вкусную пиццу с ананасами, с такими колбасками, еще с колбасками. Ну, это вообще просто красота. А это, наверное... Это местный доминос. А это, наверное, даже не знаю, лук, кукурузка. Лук, кукуруза и сырок. Ну, в общем, такие у нас сегодня классные такие перекусы. Всем желаем приятного аппетита. Не, ну и нам тоже, соответственно. А заплатила?